Добрый вечер. Меня зовут Ярослав Орлянский. На протяжении 6 занятий мы будем знакомиться с вами с основами профессионального моделинга. На сегодняшнем занятии мы приступим к изучению постановки корпуса, работы ваших плечей, лопаток и головы. А далее, дальше больше. Бедра, правильный шаг. И, собственно, будем стремиться к профессионализму. Наш учитель Ярослав Орлянский по дефиле. Ну, это наш король. С первого занятия он нас покорил. Значит, у нас нет вот такого. Мы убираем. Вам сейчас должно быть полностью дискомфортно. Никакого комфорта, все больно, неправильно, не хочу, мне не нравится. Вот сейчас должны быть такие ощущения. Если их нет, значит, вы не работаете. Как нам стало понятно уже всем, парень неделю научит. Видите, она как на шарнирах, вот восьмерку делает красиво. Раз, два. Человек очень интересный, многогранный. Видно, что великолепный хореограф с чудесной пластикой. И не просто пластикой, но и также умением передать свои навыки девушкам. Ведь надо принимать во внимание, кто-то пришел уже с базой дефиле, а для кого-то все это было в новинку. Несмотря на все это, он смог найти должный подход к каждой из нас. Вы слышите музыку, вы идете, точнее как, вы ускоряете свой обычный темп, да, привычный. И у вас получается такое, что вы в момент шага, вы приседаете такой, раз, два. То есть у вас получается, как, знаете, вот так вот, велосипед. Раз, два, три, четыре, то есть вот такой вот. На первом занятии дефиле я себя чувствовала не особо комфортно. Я думала вообще, как можно так ходить. Вот, у меня было ощущение, что мы утки. Знаете, Ярослав, наверное, это мой самый любимчик просто из всех мастер-классов и всего того, что у нас было. Вы знаете, мы даже так с девушкой пошучиваем, вообще, как мы будем расставаться с этим человеком, потому что для нас Ярослав – это одна, мы – это одна большая семья. Даже я заметила, что они на улице где-то или в другом месте стараются держать осанку, ходят прямо. Я сама дефилирую где только можно, всегда и чувствую, во-первых, взгляды. И мне самое приятное от того, что я слежу за своей осанкой, выпрямляюсь. Это уже не тяжело стало, как первое занятие. Занятий по дефиле с Ярославом Орлянским мы научились правильно ходить. Даже те, кто считал, что они уже замечательные модели, умеют ходить, даже их пришлось немножко переучивать и корректировать, и они действительно исправили свою походку и стали гораздо выразительнее.